Поехали, блин. Ну тут что-то как-то глубоко. Да давай, давай уже. Да не, я еду, что ты? Тут даже снимать нечего, тут вообще. На джимнике катался туда-сюда постоянно. Ух ты! Нихера себе. Нихера себе на джимнике, что-то ты как-то смело на джимнике. Я тебе говорю, давай. Я не вижу здесь следов, а нет, от квадриков следы. Да не слышат они нас. Вон справа настоящая ураловская колья. Да, они так там сделали. Лево, 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 лево. А ты не думаешь, там проще, мне кажется? Там камешки, Серега, да, камешки. Поехали туда вообще. Нет, везде камешки. Проще было так, через это. Вот без блокировок, что тут делать? Поэтому здесь и проще, видишь? Поэтому слева накатали, что здесь проще. Там лево, видишь? Ну-ка, надеюсь, колесико целое у меня останется. Махан. Это же надо такое. Сейчас я надеюсь, мы на них не выйдем. Вот и дорога. Лед видели? Вы уже лед. Смотри, между деревьев там пройдем, да, да. А потом там как? А потом выскочим. В любом случае, это проще. А по чесноку не будем ехать? Не-не-не. Да? По чесноку дольше. Ну квадрики вот здесь вот есть, вон следы видели, квадрики по. Серега, я не знаю, что там. Я буду сейчас вот так вот делать. Значит, что, можно за... Я буду молиться вот так вот на УАЗика буду. Да. Он молится УАЗику, потому что как бы дорога хорошая, в принципе. Проскочили легко. Вот. Я думаю, проезжает любое полноприводное авто здесь, конечно. Санта-Фе там, прочие паркетники, я думаю, в принципе, здесь отпилят. Запас не нужен такой проходимости, как у УАЗика. Ни 33 колеса, ни как бы ничего. В принципе. Горы красивые, дороги ровные. Посмотрите. Саш, поверни камеру налево. Вот дорожка. Как мы ехали, вот.
То есть тут все, любой паркетник проходит. Дорожка хорошая. До сюда доехать еще надо. Дорожка Уралами дорогу. Равняет Уралами. То есть Уралы проходят, дорожку равняют, вот, чтобы нормально можно было ездить. Еще подравнивают. Вот. Большой ремень покажи. Вот большой ремень. Снег выпал вчера, снежочек. Мы в горах ночевали. Палаточки. Хорошо. Красиво. Может, спустить колеса-то надо было, а? Ничего себе! Вот сейчас вот она будет тонуть, реально, я уверен. Накачанные колеса не едут вообще, проваливаются, просто в землю проваливаются и все.